Сегодня ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В репертуаре артиста свыше 3000 песен. В 2016 году ему присвоили звание Героя России, а в 2011 он стал лауреатом премии правительства Российской Федерации. Известный советский эстрадный певец не раз бывал в Чебоксарах. Его концерты всегда проходили с аншлагом. Впервые Иосиф Кобзон побывал в столице Чувашии еще на заре своей эстрадной карьеры в 1962 году. Это был его первый гастрольный тур. Тогда народный артист объездил все великие стройки Советского Союза. Признается, что Чебоксары и в то время произвели на него большое впечатление. Меня здесь сводили на смотровую площадку, показали мне весь город, показали Волгу с гордостью. Рассказывали о городе, что идет строительство. Пригласили на открытие замечательного культурного центра, культурно-спортивного, 3 июня. Так что уже мне нужно фиксировать. То, что здесь происходит, это как раз тот пример, как можно и как нужно любить свое отечество, свою Чувашию, свою Россию. В 2015 году Иосиф Кобзон приезжал в Чебоксары с концертом. Чебоксарцы смогли увидеть и услышать вживую легенду советской эстрады. В репертуаре Иосифа Давыдовича сотни самых разных песен, которые старшее поколение любит, а молодежь как минимум знает. А у нас во дворе «Надежда», «Команда молодости нашей». Но военная лирика близка и понятна абсолютно всем. Независимо от возраста, пола, национальной принадлежности. Каждая песня – маленькая история о большой жизни. Прощай, прощай.